Вот эти вот. Это наши уважаемые члены жюри. Я попрошу членов жюри выбрать из присутствующих здесь двух девушек и двух парней, которые пройдут в финал конкурса костюмов. Сразу хочу предупредить, вот эти вот две железяки, они в конкурсе не участвуют, они для красоты стоят. И выбирать не надо. Посовещайтесь немножко. Музыканты пусть чуть-чуть чего-нибудь поиграют, а вы можете подойти и посмотреть. Пощупать, да, пожалуйста. Вдруг не настоящие костюмы, да? Ну, выбирайте. Финалисты конкурса костюмов перед вами. Ну и естественно, что они старались, пришли сюда специально для того, чтобы украсить этот вечер, чтобы украсить выступление группы «Вересковый путь». Поэтому я сейчас попрошу музыкантов из финалистов выбрать уже суперфиналистов. Пожалуйста. Кто будет играть? Кто у вас главный? Вы знаете, все сегодня такие красивые, и все, к сожалению, вышли сюда. В общем, мы поступим очень просто. Мы объявим вас всех первыми, если вы получите наш диск. Что ж, а кто не оказался смелым и не вышел, тот найдет наш диск в магазине города, музыкальный магазин.
наш первый ангел Даша. Наш второй ангел и режиссер всего этого действа, которое вы сегодня видели, Оля. Наши персонажи, мисс и Билал. Группа «Вересковый путь». Гитара, Саша. Барабаны, Илюша. Вокал, гитара, бас-гитара, Волошина. Ярослав! Ну и, конечно, наша бессменная вокалистка, флейта и духовный лидер Маша.